Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. Сегодня я хочу вам рассказать про вот такую замечательную вещь, которая нужна, мне кажется, но практически каждой девушке, для кого важен объем на голове, да, чтобы волосы были более пышные и при этом сохранялась чистота волос на длительное время. На сегодняшний день в магазинах в большом количестве представлены сухие шампуни. Вроде бы многие про них слышали, но как им пользоваться, не до конца понимают. И вот одна моя знакомая говорит: «Жанна, по твоей рекомендации приобрела сухой шампунь, не понравился эффект вообще». Я говорю: «Почему? Что случилось?» Она говорит: «Ну вот когда прыскаешь на грязные волосы, они все равно такое ощущение вот липкости, и это неприятно, поэтому смысла в этом шампуне я не вижу». Так вот, пользоваться таким средством нужно совсем по-другому. Вы вымыли голову, у вас укладка, вы сделали укладку, как вы обычно делаете то, что вам нравится. Уже на сухие волосы, вот я только что их вымыла, у меня здесь нет лака, уложила, как вот я посчитала сегодня, я так захотела подкрутить их немного, и теперь на сухие волосы используется сухой шампунь. Как его нужно прыскать? Просто по прядям берете, ну, например, вот центральная часть, затем следующая прядка, затем следующая прядка. Вот таким вот образом проходим по всей голове, сзади. Все, этого достаточно. Затем расчесываете, чтобы вот эта пыль, да, пудровая, объем достигается за счет пудры. Волосы становятся значительно объемнее. То есть именно после того, как вы вымыли волосы и высушили, вы используете сухой шампунь. Вот я его расчесала по всей голове. И объем, посмотрите, он становится еще больше. На следующий день вы используете тоже сухой шампунь. То есть вы просыпаетесь от того, что у вас уже он есть на волосах, волосы становятся как бы припудренные. За счет этого увеличивается текстура. То есть волосок, например, особенно у кого они достаточно тонкие, он как тушь. Тушь, когда наслаивается на ресницы, ресницы становятся толще. Здесь вот эта пудра также наслаивается на корни волос, и волосы становятся чуть плотнее, потолще. За счет того, что в состав входят пудровые частицы, сохраняется объем и вот эта вот свежесть, как будто вы только что вымыли волосы. Значит, ну, в принципе, я только что их вымыла, они и так свежие. На следующий день вы делаете то же самое. Утром расчесали волосы, берете сухой шампунь и то же самое проходите по всем прядкам, по всей голове, и у вас получается объем еще больше. Обязательно после этого расчешите, и вы спокойно ходите второй день, и у вас красивая укладка, замечательный объем. Вот, не надо прыскать на концы волос, иначе они могут быть не такие живые, а вот на корни, и на 2 дня вам хватит шикарной укладки 100%. Сухие шампуни представлены во многих марках, их очень много. Вот в данном случае, например, я использовала сухой шампунь, это фирма Батисте, и он для темных волок, то есть тут написано Dark Hair, то есть сухой шампунь в некоторых случаях дает такой немножечко, знаете, как бы пудровый эффект высветления, да, есть шампуни, которые классические, и у них спрей, я даже вот здесь могу показать, он может дать такую как бы припыленность, припудренность и матовость. То есть, если у вас русые волосы или вы блондинка, то вам, в принципе, будет любой шампунь хорошо. Но если вы брюнетка, шатенка, для того, чтобы не было вот этой вот разницы своих волос и вот этих припудренных за счет сухого шампуня, то можно выбрать, во многих марках есть, например, для темных волос. Вот еще Ли Стаффор, тоже сухой шампунь для темных волок. Dark Hair. Поэтому вы, когда выбираете, они есть в разных упаковках. Есть для домашнего использования, например, с собой такой не возьмешь. А есть вот такие вот миниатюрки,
который очень можно хорошо поместить в сумочку. И если надо, например, в течение дня, точнее к вечеру, освежить волосы, если они у вас быстро пачкаются, например, да, чтобы есть такие волосы, когда ну, достаточно быстро проявляется себум и ощущение, что голова уже не такая свежая, то можно в течение дня, к вечеру точнее, немножечко спрыснуть на волосы, и они у вас будут опять и пышненькие, и не будет вот этого эффекта жирных волос. Также обращайте внимание, при выборе сухого шампуня некоторые из них очень сильно пахнут. Например, вот из моих любимчиков для темных волос я использую это батиста для темных волос и листафа. Они практически вообще без аромата. То есть аромат он очень легкий, выветривается мгновенно, поэтому вы его не ощущаете. Есть сухой шампунь, который с таким ароматом иногда похоже, знаете, как на освежитель воздуха. Поэтому не всегда приятно ощущать вот это вот, как будто бы я только что из туалета. Но тут на любителя. Например, вот мне понравился сухой шампунь Schwarzkopf. Он такой с эффектом легкий, свежий, чистые волосы без воды, без белых частичек. Фруктовый аромат. Действительно фруктовый, когда им пользуетесь, аромат очень насыщенный, но потом он достаточно быстро исчезает, то есть нет такого, что от вас, знаете, не шлейф аромата от духов, а шлейф от сухого шампуня. И в течение дня, если понюхать волосы, то они приятно пахнут. То есть есть вот некоторые ароматы, но это опять же на любителя. Вам нужно будет реально, может быть, даже в магазине там чуть-чуть как-то протестировать, посмотреть, чтобы у кого есть такая неприязнь к определенным ароматам, будет очень тяжело, вы постоянно будете чувствовать вот этот запах. Вот этот вот шампунь, тоже так, фирма 3M, он, тут написано Day 2, то есть 2 дня экстра объем для прикорневого объема, можно использовать в качестве стайлинга, мгновенно освежать прическу без капли воды. Тоже маленький объем, удобно для косметички, но также насыщенный аромат. Надо тестить. Еще сухой шампунь это Dove. Тоже, в принципе, неплохой, мне понравился. Еще в качестве тоже такого же сухого шампуня я люблю из фирмы L'Oréal. И здесь он позиционируется как пудра для волос, спрей с пудровой текстурой для создания экстремального объема. То есть это и объем дает, и в то же время немножечко фиксацию как лак. Прыскать нужно на корни. Удобный спрей, видите? То есть не нужно вот так держать, можно прямо вот таким вот образом. То же самое. Раз, и здесь волосы просто будут стоять. Они сразу такой потрясающий объем дают. Нужно немножечко подождать, пока он высохнет. Вот есть немножечко ощущение такого мокрого эффекта, как от лака, но он проходит мгновенно, все, уже зафиксировалось, и волосы становятся просто на сантиметра, наверное, 2-3 объемнее. Очень удобно. После этого можно расчесать. Здесь нет такой фиксации стойкой, как у лака. То есть волосы можно трогать, не получается, знаете, такая каменная прическа. В общем-то, достаточно живые. Супер вещь. Еще в качестве, но это не сухой шампунь, но из разряда сухих шампуней средство, которое окрашивает корни. Я волосы крашу, и крашу в темный цвет. Я вот красила месяц назад, у меня уже отросли корни. Сейчас здесь шампунь, немножечко его уберу, видите, светлый какой. Обязательно шампунь надо вычесывать вот таким вот образом, тогда у вас волосы, посмотрите, какие объемные. Значит, если у вас есть седые волосы, или вы красите волосы в более темный цвет и отрастает свой натуральный, и вы видите вот эту вот разницу отросших корней, то вот есть спрей, который типа как сухой шампунь, но в большей степени это средство закрашивает корни волос. В L'Oréal, таких, в принципе, в Schwarzkopf тоже есть, в таких
средствах достаточно большая выбора по цвету. Есть для блондинок, есть для русых, для шатенок, для брюнеток. У меня темно-каштановый, есть светло-каштановый. Вы берете, встряхиваете и прыскаете на корни. То есть здесь расстояние держите не далеко от волос, а именно прямо на корни. Видите, что получается? У вас закрашивается пробор. Поэтому там, где вам необходимо это сделать, вы сделали, закрасили. Все, и у вас получается не видно седых волос. Также это можно сделать у линии роста волос у лица. И вы можете, скажем так, немножечко отодвинуть день окраски волос. Это очень удобно, особенно у кого волосы растут достаточно быстро или у кого голова практически вся седая, и поэтому как только немножко начинает отрастать, сразу впечатление, что давно не красилась. Поэтому замечательный выход из положения вот такие вот окрашивающие шампуни. Раньше делали как? В некоторых случаях тоже можно этим воспользоваться. Вы берете тени для глаз, которые по цвету достаточно, например, там темные, как ваши волосы. Берете кисточку толстенькую, тени, и вот так вот пробор закрашиваете. То же самое здесь. Вот эти вот зоны, где отрастают волосы, если они там седые, закрашиваете тоже тенями, и у вас получается такой собственный сухой шампунь. Я надеюсь, вам было полезно, обязательно воспользуйтесь, кто еще не пробовал сухой шампунь, я не знаю, это просто такое удовольствие, это такая палочка-выручалочка для многих женщин, поэтому если правильно это использовать, то будет потрясающий результат. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!